Ну, ты что сейчас хочешь, чтобы я приехала сюда и приплыла или что сделала? Я не знаю, что делать. Надо решать ее куда-то прибирать. Пока не приберешь, не уезжай. Я его на Рубимбатску везу. А в смысле ты его в Рубимбатску везешь? Нифига ты умный какой. А мы что будем делать здесь? Да, что? Блин, начинается опять. Я не знаю, что. Мы договорились, что две бочки останется там. Жень, давай, короче, мы сейчас не будем привлекаться с тобой, пожалуйста. Ты возьми там сколько тебе надо. Остальное, пожалуйста, устрой куда-нибудь на место. Сегодня Денис и так болтался там с 11 бензином. И ты давай тоже что-нибудь там реши. Потому что, блядь, я сказал, нахуй, еще в море здесь 10 бочек.